найти работу, решить жилищные проблемы или получить правовую консультацию. С такими проблемами и вопросами ульяновская молодежь сможет обратиться в многофункциональный центр. В Ульяновске планируют создать МФЦ для студентов, чтобы каждый учащийся университета или колледжа знал свои права и мог без очередей получить необходимые документы и проконсультироваться со специалистами. Давайте подумаем о том, как нам создать такой вот многофункциональный офис для студентов, чтобы они знали свои права, знали свои возможности, знали те меры поддержки, которые у нас существуют. О создании подобного центра говорили на встрече со студентами-медиками. Обсудили проблему нехватки кадров в системе здравоохранения и помощь начинающим специалистам. В регионе уже успешно работают программы по поддержке медицинских работников «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По словам депутатов, подобная господдержка должна оказываться и другим профессиям. Я думаю, что сейчас мы приложим все усилия, объединимся и разработаем программы, и будем поддерживать наших выпускников, чтобы они оставались у нас в городе, в наших поликлиниках городских, муниципальных, и работали на благо жителей. В регионе уже разрабатывается закон о поддержке молодежи, главная цель которого – помочь закрепиться молодым людям в родном регионе. А все результаты обсуждений с самими студентами будут отражены в документе. Анна Тищенко, новости Улправды ТВ.